Ребята, всем привет! Меня зовут Джаниша Девилоши, и это 9-я серия моей рубрики, в которой я показываю, как проходит мой день на Arizona RP. На экране победитель на 50 миллионов с прошлого ролика. Поздравляю тебя, свяжись со мной в ВК или Дискорде, и я выдам тебе приз. В этом ролике я снова разыграю 50 миллионов долларов на любом сервере Arizona. Чтобы принять участие, вам нужно подписаться на канал, поставить лайк на это видео и написать любой комментарий от 4 слов. Итоги будут в следующем выпуске. Ну и перед началом ролика хотел бы пригласить вас играть вместе со мной на Arizona RP Holiday. Указывай мой ник при регистрации, вводи промокод решеточка.мм на 5 уровне, вступай в мою семью и ставь фамилию Девилоши. За все эти действия ты получишь около 7 миллионов на старте игры. Приятного просмотра! Новый день начинается с продажи того самого охранника, которого я прокачивал в прошлой серии. Мне удалось продать его за 160 миллионов. Благодаря этой сделке я вышел в ноль за все потраченные сиропы. Перемещаюсь в букмекерскую контору, где день назад я сделал 3 ставки. В этот раз одна ставка сыграла, одна проиграла, и с одной деньги вернулись. Но суммарно мне удалось заработать с этих 3 ставок. На стриме выигрываю вот такой крутой Coca-Cola трак, и на самом деле не знаю, как с ним поступить дальше. Ребята, напишите свое мнение в комментариях, может быть, отправлю его на аукцион или на розыгрыш. Устраиваю мероприятие дерби с призовым фондом 25 миллионов, вот так это все красиво выглядит. Решаю немножечко преобразить свой сет, быстренько вылетаю на Vice City, на центральном рынке встречаюсь со своим знакомым и провожу обмен. Даю со своей стороны руку Таноса и нимб на голову, а взамен получаю прототип плюс 15. После этого выхожу из АФК, меня телепортирует админ в СМИ, и вот такая здесь происходит заварушка. Ну, как выяснилось, админ просто ошибся и тэпнул меня не туда. Пару дней назад на нашем сервере проводилось мероприятие «Судная ночь». Это такое мероприятие, где полностью отключаются все правила и можно делать, в принципе, все, что хочешь. Решаю запустить стрим, мы собираемся с нашими ребятами, закупаемся оружием и едем в гетто. И уже непосредственно на территории гетто начинаются жесткие стычки между игроками. Для тех, кто не участвовал, показываю вам кадры, как это происходило. В принципе, мне понравилось. Было довольно интересно, большое количество игроков. Надеюсь, такие мероприятия будут проводиться почаще. После судной ночи сдаю весь свой сет в аренду, приезжаю на центральный рынок, начинаю открывать суперкарбокс, и буквально с 20 ларцов мне падает машина Daewoo Lanos 6x6, которую в дальнейшем я также отправлю на распродажу. Возвращаюсь в БК и, честно, вообще не помню, когда я ставил эту ставку, но она зашла, и я фиксирую с этого прибыль. После этого провожу масштабную сделку со своим кентиком Lithium Devilosh, а именно покупаю у него 1500 платиновых рулеток. После покупки начинаю большое глобальное открытие. Не буду вставлять полностью весь процесс открытия, лишь только фрагменты. Перед началом фиксирую на своем балансе 55 тысяч АЗ коинов. Как-то так выглядит мой инвентарь после 500 открытий платиновых рулеток. Не знаю, сколько здесь АЗ коинов. Всю сумму подсчитаю в конце. Снова продолжаю открывать. Единственное, на что я охочусь, это, конечно же, АЗ коины. Я стараюсь искать 2-3 слота, где в среднем по 50-90 АЗ коинов. Такие слоты падают довольно часто. Ребята, насчет АЗ-шек, напишите свое мнение, как правильно и более грамотно распорядиться такой суммой АЗ. Я планирую купить новую машину на обновлении. Как бы вы поступили на моем месте? Я думаю, можно подвести итог. Еще раз напомню, что я начинал с 55 тысяч АЗ коинов. После открытия 1500 платиновых рулеток на моем балансе 69 978 АЗ коинов. То есть 14 тысяч АЗ мне удалось достать с 1500 платиновых рулеток. Если разделить одно на второе, то в среднем один АЗ коин обошелся мне в 28 тысяч виртов. Это, насколько я знаю, самая минимальная стоимость обмена валюты на АЗ коины. Помимо АЗ коинов, мне также упало много ресурсов, семейных талонов, подарков, сертификатов транспорта, горный велосипед, аксессуары. Это я не считаю в стоимость, то есть если еще приплюсовать все это, курс можно спустить даже до 25 тысяч вирт за один АЗ коин.
Поэтому, ребята, если вы задаетесь вопросом, как быстро и с минимальными потерями получить азкоины, чтобы купить себе премиум VIP или потратить на какой-то аксессуар, то я советую вам открывать платиновые рулетки. На этом серия подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!